Здравствуйте, я Мария, и это Техновости. Компания Дельта представит 40-дюймовый экран на основе электронных чернил в 2012 году. Основное применение подобного рода решений – это ценовая реклама в супермаркетах и универмагах. На специальном мероприятии в Лос-Анджелесе компания Canon анонсировала разработку новой цифровой зеркальной камеры с поддержкой съемки видео с разрешением 4096 на 2160 пикселей при скорости 24 кадра в секунду. Компания OCZ добилась ошеломляющих результатов для новейших твердотельных накопителей. При записи с произвольным доступом блоками по 4 кБ производительность достигает 245 тысяч операций ввода-вывода. Емкость накопителей достигает 940 ГБ. Цена исчисляется тысячами долларов. Но этот недостаток исчезнет со временем. Компания HTC опубликовала список телефонов, на которые можно с легкостью установить операционную систему Android 4.0. Перечень первых претендентов на обновление включает смартфоны семейства Sensation, а также Resound, EVO 3D, EVO Design 4G, HTC MS 4G. Прошивка на смартфоны появится в начале 2012 года. На европейский рынок выходит мини-компьютер Giada i51, который отличается довольно мощной начинкой. В небольшом узком корпусе 15 на 19 см пользователь найдет 4 ГБ оперативной памяти, жесткий диск вместимостью 500 ГБ, а главное мощный i5 или i7 процессор. Интересно, что в нашу лабораторию сегодня пришел такой компьютер, и мы будем готовить по нему обзор. Кстати, к нам пришла и видеокарта, способная подключать одновременно 4 Full HD монитора через цифровой интерфейс. На следующей неделе на российском рынке появится новый плеер южнокорейской компании Kavon iAudio 10. Характеристики плеера вы можете видеть на экране. Десятилетний англичанин Тревор Прида, от рождения лишенный левой руки по локоть, встроил в свой протез смартфон Nokia C7. Теперь, чтобы ответить на звонок, достаточно поднести руку к уху. Набирать смс стало проще и безопаснее. Прида сообщил, что сначала присматривался к смартфону iPhone, но в Apple с ним сотрудничать отказались. Как мы вчера и обещали, мы продолжаем раскрывать особенности GTA 5. В игре появится канализационная сеть, по которой можно будет бродить в поисках приключений. Помимо стандартного огнестрельного оружия, в игре появятся огнеметы, всевозможные мины и клейморы. Еще бы знать, что такое клеймор. На сегодня это все. Следите за нашими дальнейшими выпусками. До встречи!